Нижегородской области в селе Маргуша, во время взрыва в квартире жилого дома, в ночь 19 на 20 апреля, погиб трехмесячный младенец, пятеро пострадавших получили серьезные травмы, они доставлены в больницу. Следствию удалось выяснить, что взрыв произошел из-за утечки газа. Задержан слесарь аварийных работ, который за несколько часов до трагедии устанавливал заглушку в доме, где произошел взрыв. По версии следствия, заглушка была установлена с нарушением, что и привело к утечке газа. Следователями Следственного комитета оперативно изъята документация у газовой компании, обслуживающей пострадавший дом. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.